Алтайских паралимпийцев восстановили в правах. Больше 2 лет наши спортсмены были отстранены от соревнований Международным паралимпийским комитетом из-за допингового скандала. Теперь они смогут принять участие в паралимпиадах в Пекине и Токио. Спортсменам вернули право выступать под своим флагом и в случае победы слышать российский гимн. Из-за дисквалификации 15 алтайских спортсменов, среди которых пловцы, пауэрлифтеры и легкоатлеты, пропустили летние игры 2016 в Рио-де-Жанейро. Немногие смогли попасть на зимнюю паралимпиаду в Южной Корее, и то лишь в нейтральном статусе. Лучшего настроения, это естественно, мы ждали давно этого дела, вроде как бы допустили, но пока еще только условное, но уже шаг есть, то, что наши спортсмены, циклический вид спорта особенно, уже допускают соревнования, но это главное. В ближайший месяц Международный паралимпийский комитет должен выдвинуть дополнительные требования к нашей сборной. Уже известно, что на протяжении 3,5 лет российские паралимпийцы будут тестироваться чаще, чем другие спортсмены. Но алтайских паралимпийцев это совершенно не пугает. Некоторые из них уже начали подготовку к паралимпийским играм в Пекине, которые пройдут в 2020 году.